Лидский клубный дом – это международная модель социально-реабилитационной службы, у которой есть свои стандарты и своя концепция. Навыки, полученные здесь, помогают людям с психическими заболеваниями жить за пределами стационарного учреждения, восстанавливать утраченные навыки, ощущать собственную значимость и вернуться к активной жизни в обществе и к работе. В коллективе клубного дома в Лиде – психолог и специалист по социальной работе. Посетителей сегодня 24. Приходить сюда они могут на несколько часов или на целый день. Если кого-то нет на занятиях, ему звонят домой или в больницу и интересуются состоянием здоровья. Такое направление называется «Протяни руку помощи». К нам могут обратиться люди, которые имеют психиатрический диагноз, находятся в адекватном состоянии, принимают регулярно лекарства и могут сюда добраться и принимать активное участие в жизни клубного дома. Также мы оказываем поддержку родственникам, и сейчас мы открываем группу поддержки для родственников людей с психическим диагнозом. И также мы оказываем помощь людям, которые находятся в кризисной ситуации. Любой человек, у которого есть проблемы с ментальным здоровьем, он может к нам прийти и получить квалифицированную помощь психологам. Также у нас работает телефон по республике юридической помощи, и можно получить юридическую консультацию. С посетителями клубного дома психолог и специалист по социальной работе проводят занятия и организуют для них разные мероприятия, которые помогают адаптироваться к новым реалиям жизни после постановки диагноза. Основное направление в работе специалистов клубного дома – это бытовая и социальная реабилитация. Ведется работа по нескольким направлениям. Это офисная группа. Это упорядоченный рабочий день, когда люди могут приходить сюда каждый день и организовывать свою деятельность таким образом, принимать какие-то управленческие решения совместно со сотрудниками и волонтерами, планировать рабочий день, планировать какие-то экскурсии, отвечать на звонки, вести учет. Также у нас кухонная группа – это восстановление бытовых навыков. Ребята учатся готовить, ухаживать за растениями, за домашними животными. У нас живет аквариумная рыбка. И основные направления – это творческие еще, которые у нас проводят волонтеры. У нас работает театральная группа и группа арт-терапии. Также мы проводим курсы по трудоустройству, занятия по здоровому образу жизни, занятия по психообразованию – это информирование о заболевании. Мы опираемся на личность человека, на его сильные стороны, на его ресурсы. И самое важное – найти то, что интересно человеку, и то, что он может предложить нашему клубному дому. Вообще концепция восстановления, так называемой recovery, на которой мы основываем всю нашу работу, это сильные стороны человека. Найти то, что помогает ему преодолеть тяжелые времена и восстановиться. Научить его жить с болезнью, научить его жить в обществе. Среди активных членов клубного дома Алексей Бастун. Он посещает его с декабря прошлого года. Здесь Алексей нашел друзей и стал рисовать. Его работы выставлялись на разных мероприятиях клубного дома и не только. Мне тут нравится. Я когда первый раз пришел, сначала не так было, но потом, когда я уже постепенно начал сюда приходить, и уже потихоньку я тут уже себя чувствовал хорошо, тут мне нравилось. И я тут начал потихоньку рисовать, и я тут себя чувствую человеком. Участвую в различных мероприятиях, кушать готовим, учимся. И в магазин мы ходим. Члены клубного дома проводят время с пользой и реально получают помощь в адаптации к новым для них условиям. Это подтверждают исследования, проводимые его специалистами, и отзывы родственников посетителей. Если анализировать общее состояние и психоэмоциональное наших посетителей, то можно сказать, что намного оно улучшилось. Также мы проводим тесты, которые показывают оценку состояния человека. Он сам оценивает свое состояние до посещения клубного дома на начальном этапе и спустя, допустим, полгода.
Плюс, наверное, можно сказать о том, что некоторые из наших ребят, они трудоустроились самостоятельно, либо с нашей помощью. Это тоже показатель. Открытие клубного дома в Лиде стало возможным благодаря поддержке Лидского райисполкома. Клубный дом – организация благотворительная. Существует он за счет пожертвований и помощи неравнодушных людей. Реквизиты можно найти на сайте Белорусской ассоциации социальных работников и на страницах клубного дома в социальных сетях. Клубный дом расположен в Лиде по адресу улица Фрунзе, 18, вход напротив ДСААФа. Работает он ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 часов.